Доброе утро, друзья. Если его, конечно, можно назвать добрым. Погода сегодня, конечно, просто ужас. Кидала всю ночь. Я вместо того, чтобы спать, бегал по каюте, собирал вещи. Обалдеть, короче. Хорошее начало контракта, прям 5 баллов. Вчера не выспался, сегодня не выспался. Я надеюсь, что завтра высплюсь. Ладно, плиты включил. Добро пожаловать на морской влог. Погнали делать кофею. Так, ставлю багеты, отварю яйца, закину омлет, сделаю в духовке, бекон и фасоль с овсянкой по отдельности. Веселое начало контракта, я вам скажу. Прям просто капец. Потому что если так будет продолжаться, то мне на весь контракт таблеток не хватит. Так, для омлета в духовке мне надо застелить пергаментом гостоемкость, в которой я уже буду его запекать. Вот таким образом. И выливаем его сюда. И ставим в духовку 10 минут 180 градусов. Тем временем уже багеты приготовились. Сейчас их будем вставлять. Все в крошках. Будет это еще успеть поубирать с ночи. Так вот его накрываем. И все. Так, ладно, сейчас закончу и вернусь к этому. Нарезки есть. Я вчера вечером добавил. Вот. И ставим бекон. Посмотрите, какая красота. Сейчас я его нарежу. Это сюда. Опа. Супер. Яйца ставлю. Овсяночка готова. Сейчас разогрею еще фасоль.
Ну и в принципе все. Багеты стоят. Там сейчас яйца уберу. И буду выдавать завтрак. Так, ну погода постепенно уже налаживается. Пока все завтракают, я уже начну подготавливать постепенно обед. Сделаю легкий куриный супчик, потому что погода такая себе, чтобы бульончик хотя бы поели. Вот. И стушу свинину, даже обжарю ее, думаю, с горохом, либо с цветной капустой, посмотрим. Также курицу будет, сейчас замариную и запеку с кускусом, да. И на ужин посмотрим. Будут сосиски, наверное, рис. Там уже посмотрим по ситуации. Отталкиваясь от того, что у нас есть. Давайте делать заготовки. Замариновал говядину. Сделаю все-таки говядину на ужин, запеку с рыбой. А на обед будет свинина и замариновал курицу. Курица, горчица, кетчуп, базилик и соль с маслом. Вот. А в говядине кисло-сладкий соус, соус барбекю и соль, перец. Поэтому сейчас перехожу к овощам, доделаю суп и нарежу свинину, сделаю свинину с горохом, а на ужин будет просто говядина печеная, нарежу ее потом, и рыба с рисом. Нарезал салатик, осталось только заправить. Сейчас буду жарить свинину. Сейчас быстренько все сделаю, потому что что-то начало еще сильнее качать. Поставил макароны, уже можно их снять. И запаривать буду кускус. Также супчик уже готов. Смотрите, какая красота. Сейчас запарим курицу, давайте проверим. Почти готово. Сейчас обжариваю лук на свинину, добавляю туда свининку, обжариваю, даю цвет, добавляю туда замороженный горох, перемешиваю, заправляю, снимаю. И все. Так, все готово. Это сюда, это сюда. Кускус. Макарохи, свининка с горохом, курица, суп, салатик. Так что приятного аппетита. Я сейчас пойду на мост. Надо решить же вопросы с провизией. Вот такие вот виды здесь. Сейчас хоть поспокойнее стало, все поели, пойду уберусь и отдыхать. Ну что, приступаем к приготовлению ужина. Опять начинает качать, погода, конечно. Северное море. Что поделать. Но осенью теперь каждый день такая будет погода. Это, конечно, жесть. Ставлю говядину в духовку и буду готовить рыбу. Рыба у меня сегодня треска. Я ее просто заправлю, соль, перец, травы и тоже поставлю в духовку. На гарнир рис,
А под говядину пожарю картофельные дипы, которые мы как раз вот планируем вернуть. Я был на мосту, общался с менеджером, с капитаном, решили, что мы вернем часть. То есть мне надо было, чтобы был один ящик, мы оставим себе два. И там мне надо было хэшбрауна в пол ящика, оставим ящик. Вот, то есть чтобы наперед как бы было и... Ну, чтобы меньше вот этих вот проблем. И плюс я еще дозаказал продуктов, тех, которых нету на данный момент. То есть мы же изначально как планировали, что мы приедем, посмотрим ответ с компании по заявке. Да, ну, я ее подправлю, отталкиваясь от того, что на данный момент есть. И подтверждаю, отправляю и выбираем дату, когда мы ее получим. Получилось все совершенно наоборот. И там где-то что-то напутали, короче, прислали все сразу. Вот, еще и напутали с количеством, то есть прислали не в килограммах, а в ящиках. В общем, сейчас все разрулили, все четко. В следующий заход в порт отдаем ненужное, получаем нужное. И работаем себе на тех продуктах, то, что мне надо. Так что приступаю к ужину. Сделаю сейчас чесночное масло. В тысячный, миллионный раз рассказываю, заливаю чеснок маслом и просто перебиваю до нужного мне состояния. И дальше пользуюсь, просто чтобы не нарезать его каждый раз, а выливать с бутылки. Так, под рыбку сейчас добавляю чесночное масло, но немножко. Вот так вот. Сюда еще. Вот. Ну вот, очень удобно. Вот смотрите, вот мне надо чесночное масло добавить. Я же не буду типа резать чеснок, добавлять его, смешивать с маслом, подождать, пока оно настоится. У меня есть уже готовое. Соль. Устричный соус, с ним тоже поаккуратнее. Так вот, буквально таких пару крупных капель, грубо говоря, одну чайную ложку на филе. Базилик по вкусу и щепоточка. Это у нас тимьянчик, щепоточка тимьянчик. Так вот, на все. Прелесть. Теперь мы это все дело вот так вот растираем. Все. Шикардос. 180 градусов, 7-10 минут с головой. Добавил в салат курицу обжаренную в куриное филе и заправил йогуртовой заправкой. Сейчас буду уже все постепенно выкладывать. Нарежу говядину, поставлю жариться картошку и закину рыбу в духовку. Так, сейчас дам еще манго. Рыбка уже готова. Выставляю рыбку. Сейчас дожаривается картофан. Ставлю его тоже. Так вот, говядинка, рисец с соевым соусом и чесноком. И картофан сейчас будет. Вот и картофанчик подошел. Так что всем приятного аппетита. А с вас подписка, лайк и мнение в комментариях. До новых встреч. Увидимся в новом ролике.